Каждый раз, каждый год шоу олимпийских чемпионов – это возможность показать интересные программы, чтобы это было интересно зрителям, потому что соревновательная программа – это одно, а показательный номер – совсем другое, поэтому в этом году мы подготовили специальный номер. Это музыка из кинофильма «Звезда родилась» в исполнении Леди Гаги и Брэдли Купера. Для нас каждый раз выступление на шоу – это какие-то положительные эмоции, потому что всегда нас поддерживает зрительский зал, и всегда мы пытаемся удивить какими-то интересными номерами, которые никто не увидит на соревнованиях. И это такая возможность показать очень интересные номера. И в этом году из-за пандемии, конечно, программа немножко выглядит другим образом. То есть соревнования проходят в онлайн-формате, но тем не менее очень здорово, что выступление все равно проходит, поскольку у зрителей есть возможность наблюдать синхронное плавание и приобщаться к этому спорту.